Итак, всем привет, с вами снова я, Совери. Сегодня у нас 23 число, 10 месяц, 2022 год. Сегодня я хочу вам продемонстрировать такой чит на проект Crystallix от кодера HinoCell. Называется Anti-Cheat for Crystallix. Сразу скажу, по ссылке ниже вы можете скачать архив, где будет обход плюс сам чит, без всяких манайзе, как выкладывают ютубер Хейзов, потому что мне важна аудитория, и я ценю вас. Мне не нужны какие-то деньги, мне просто нужно ваше внимание, так сказать. То есть просмотры. Собственно, переходим к самому читу. Вот чит. Уникальная менюшка, сразу можно выделиться. Справа снизу мы видим ВК HinoCell, кликабельно. Мы можем нажать и перейти по его ВК-страницу. Собственно, давайте перейдем к обзору чита. Самое первое, что нас приветствует, это Килаура, хитбоксы и Мопаура. К сожалению, они не настраиваются, но тут есть встроенные бинды. А именно, Килаура у нас забинжена на английскую букву R, или же на русскую. Мы ее включаем, и, ну, то есть нажимаем, можем открыть комбат, и видим то, что Килаура у нас включена. И так далее. Мопаура забинжена на английскую букву G. Мы нажимаем, открываем комбат также и видим то, что она включена у нас. Хитбоксы у нас работают вот так. То есть мы включаем и видим то, что хитбоксы увеличились. Подойдут для спокойной, легитной игры. Собственно, переходим дальше. Здесь у нас есть автоспринт и fly. Fly у нас забинжен на букву F или же A русскую. Мы нажимаем и вот взлетаем, работает все. Собственно, в плеере у нас есть nofall, это мы не получаем урон от падения. В эклипе я не разобрался, как он работает. Вот я включил, нажимаю shift, там, блядь, стрелочки, хуелочки, вообще хуй знает, как работает. Поэтому вообще не знаю, для чего, как, ну, я тупой. А так пойдет. Визуалы плеера ESP, это простая обводка игроков, моделик. Собственно, ну и клик GUI. Скачать вы можете чит по ссылке в описании. Там будет обход плюс сам чит. Сразу скажу, для тех, кто любит играть с Yentai Хвастиком или же Том Нано, будет инструкция, как установить античит, вот этот вот, то есть софт от игрока HinoCell. Также, чтобы установить Нано, вам вместо античит, который будет находиться в папке mods, нужно закинуть Нано. То есть вы из папки mods закидываете не то, что в архиве, а тот чит, который нужен именно вам. Ну и, собственно, все. Спасибо всем за просмотр. Ссылка в описании. Всем пока. Чтобы не думали, то, что я скачал видеоролик, что-нибудь такое, я вот напишу в конце by Sovere. И так. Собственно, ну и дату давайте, чтобы прям точно наверняка. Собственно, все. Спасибо всем за просмотр. Всем пока-пока.